Сегодня было сорвано очередное заседание Думы ОМО. Свои кресла в зале заседания администрации заняли лишь 4 народных избранника. Многие свою неявку никак не объяснили, несмотря на то, что на рабочем заседании присутствовали почти все. К примеру, депутаты Александр Городской и Владимир Зеленцов сообщили председателю, что не могут присутствовать на Думе по состоянию здоровья. Вячеслав Куранов предупредил аппарат о своей неявке за час до начала заседания по факсу. От других депутатов нет никаких письменных заявлений. Устно они сообщают, что в силу каких-то обстоятельств не могут присутствовать на заседании Думы. Поэтому все вопросы, которые касаются развития территории Ангарского муниципального образования, сегодня рассматриваться не будут. Также самый важный вопрос, к которому мы стремились, это сделать награждение почетным гражданам, нашим родителям, которые имеют детей, мы впервые хотели наградить почетным знаком родительская доблесть. Кроме того, в повестке очередного заседания были другие важные вопросы, рассмотрение которых отложено теперь на неопределенный срок.